Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. В стране практически полностью закончились продукты, лекарства и топливо. Из-за этого уже второй месяц на улицы выходят люди по всей стране. Они протестуют против ухудшения условий жизни. В последние дни протесты и беспорядки усилились. Митингующие требуют отставки президента и уже несколько раз пытались взять штурмом его резиденцию. В массовых протестах погибли по меньшей мере 10 человек, свыше 200 получили различные ранения. Полицейские задержали почти 1000 митингующих. Введен комендантский час. Также сегодня власти Шри-Ланки закрыли школы и обратились к госслужащим с призывом не приходить на работу из-за дефицита топлива и проблем с транспортом. Министр энергетики Шри-Ланки сказал, что страна рассчитывает на помощь России по части выхода из энергетического кризиса. В данный момент они ждут ответа от Кремля.